Причудливые инсталляции и загадочные арт-объекты ожили в осеннем саду литературного музея. Известные самарские художники вдохновились легендами усадьбы Алексея Толстого и присоединились к культурной акции «Ночь искусств». На суд гостей представили 10 работ, объемные фигуры, видеопроекции и силуэты в окнах. Усадьба Алексея Толстого хранит много тайной истории, одна из которых стала объектом внимания местных художников. Они изобразили на заборе корову Ваську, которая сбежала вот через эти ворота. Животное искали всю ночь. Оказалось, что Васька блуждала по ночной Самаре в поисках жениха. Также у нас вот здесь есть история «Эффект присутствия», которую осмыслила Катя Райок. Это современная художница, которая стрит-артистка, она расклеивает по городу разные плакаты. И вот ее персонажи поселились к нам в окна. Это непосредственно жители этих домов в разные годы. В этот вечер гости литературного музея не только смогли узнать больше об истории усадьбы Толстого, но и оценить интерактивные работы современных творцов. Почти 100 лет назад здесь, на этом месте в саду, находились гигантские шаги. Это такая качель, карусель, когда человек вставляет ногу в петлю и огромным шагом прыгает. То есть столб и на нем канат. Здесь у нас современный художник Дмитрий Кабенцев сделал вот такую инсталляцию, которая отсылает нас к этим гигантским шагам. Называется «Мы или мы на остановке». Любители современного искусства остались под большим впечатлением от увиденного. Посмотрели первую инсталляцию на входе. Про Кураедовых посмотрели. Интересно. На самом деле глаз зацепился за все, то есть куда ни подойдешь, все интересно описано, но больше всего меня привлекло то, что на заднем фоне, когда рассказывают истории. Выставка в литературном музее продлилась до позднего вечера. В этот день в усадьбу Алексея Толстого пришли несколько сотен человек. Анатолий Головко, Константин Головин. События.